камеру поставить сюда в бок, сначала сбоку себя поснимать, а потом с центра себя поснимать. Типа, если мы будем смотреть обязательно за чёрт. Интересует твой локоть, чтобы он не отпускался. Ха. Она уже не такая. Она больше на меня направлена сейчас. Да, у нее там. Все понял. Поднимайся, поднимай руки вверх. Делай 10 ударов. Руку останавливай на трассе. И вот попробуй перед сеткой не касаться. Руку останавливай перед тросом. Да, вот движение, смотри. Остановилась сюда. Не отдергивай. Остановилась сюда. Кисть закрылась, кисть закрылась. Раз, да, кисть закрывай. Локоть где? Ага. Локоть. Ага. Ладонь выше. Все, поехали. Я смотрю, она пострадала. Попал кто-то в нее? Ну, я не знаю, где она. Знаешь, у нее что-то. Экшен, поехали. Я подкидываю, бьешь сюда. Бьешь резко, хлестко. Пошли. Движение хлестко, не дави. Просто старайся руку так выделить, да, на мяч. И кисть в конце напрягаешь. Вот, сейчас хорошо было хлестко, молодец. Хорошо. Руку не отдергивай от мяча. Смотри. Ударил, рука осталась. Можешь даже на нее посмотреть. Оставь ее. А у тебя получается, как ты делал на трос удар. Не отдергивай. Ага, держи, держи выше. Я не докинул. Хлёст, 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 хлёст. Нужно сделать одно движение, ты сделал, вывел, погладил. Понимаешь, да? Сейчас возьми, иди ко мне. Возьми вот здесь вот мячи, я тебе их подкину. Что тебе нужно будет сделать? Вот так берешь и прямо вот здесь внизу хлестко бьешь. Ты подкинул это? Ударил прямо, движение в пол прямо сюда, в песок. Высоко не бей, внизу. Прямо в песочек. Давишь. Вот смотри. Смотри, удар без давления. Смотри, без давления. И смотри, удар с давлением.